Всем доброе утро! Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, средство для удаления пятен, универсальные удобрения и, наконец, пищевое сырье, из которого можно изготовить хлеб, крахмал, масло, вино, кофе, дрожжи, шоколад. В общем, речь идет о картофеле, главном продукте очередной кулинарной недели. Считается, что современное название этого растения произошло от итальянского «тартуфа», означающего «трюфель». На Аляске в период золотой лихорадки картофель, благодаря своим полезным свойствам и содержанию витамина С, ценился наравне с золотом, а на некоторых тропических островах его использовали в качестве эквивалента денег. Что касается прямого назначения картофеля, его употребления в пищу, то, согласно последним научным исследованиям, картофельная диета полезна для улучшения памяти. Так что давайте приступим к составлению картофельного меню. Доброе утро, я шеф-повар Максим Огуреев. Сегодня приготовим картофель-пай с яйцом пашот. Для этого нам понадобится картофель, куриное яйцо, зелень, сливки и масло. Для начала подготовим картофель. Картофель будем нарезать тонкой соломкой. Нарезанный картофель обжариваем в большом количестве масла. Готовый картофель-пай выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Пока жарится оставшийся картофель, подготовим яйцо пашот. Для этого нам понадобится пленка. В пленку мы выливаем оливковое масло. Немного перчим. И разбиваем куриное яйцо. Затем края аккуратно закрываем и завязываем. Очень важно, чтобы вышел весь воздух. Подготовленные куриные яйца опускаем в кипящую воду. Яйцо пашот сварилось, переходим к соусу. Для соуса сливки выпариваем и немного подсаливаем. Пока готовится соус, переходим к заключительной части – оформление блюда. Для этого картофель-пай немного подсаливаем. Затем выкладываем на тарелку. Сверху на картофель выкладываем яйцо пашот. Сверху поливаем сливочным соусом. Оформляем бальзамической карамелью и веточкой укропа. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Что ж, надеюсь, сегодня вы услышали достаточно новой и полезной информации о картофеле. Кстати, подобный и довольно пышный букет его достоинств был составлен российскими журналистами еще в конце 18 века. А понадобилась такая сногсшибательная реклама для того, чтобы распространить картофель среди населения. Мы же сегодня занялись распространением очередного весьма интересного кулинарного рецепта.